Харбин. Последний, подлинно русский город, просуществовавший до 45-го года. Сейчас много говорится о возврате к духовным и культурным ценностям нашей прежней жизни, но традиции передаются только через живых людей. Материал к этой передаче с трудом поддавался сокращению, поскольку все здесь свидетельство очевидцев, и те самые живые подробности, которые наиболее драгоценны, ведь без них любая история превращается просто в схему. Поэтому большая просьба, наберитесь терпения в этом путешествии сквозь время, сквозь непосредственную память очевидцев. В передаче принимают участие Павел Павлович Глущенко, родившийся в Харбине и живший там до 45-го года, Юрий Николаевич Чумаков, доктор филологических наук, пушкинист, преподаватель пединститута, а также его жена Леонора Илларионовна. Итак, страницы нашей истории, проблемы религии, нравственности, воспитания. Но давайте все-таки начнем с Харбина, со стихов харбинского поэта Арсения Несмелого. Под асфальт сухой и гладкий наледь наших лет из искательской палатки канул давний след. Флаг российский, коновязи, говор казаков, нет с былым и робкой связи, русский рок таков. Инженер, расстегнут ворот, фляга, карабин, здесь построим русский город, назовем Харбин. Без тропы и без дороги шел в работе рад, ковалял за ним трехногий нивелир-снаряд. Перед днем российской встряски через 200 лет не Петровской ли закваски запоздалый след? Державное ли слово сквозь века приказ? Новый город зачат снова, но в последний раз. Читал много, но уже забылось. А вы знаете, в лагере как? Я даже забыл отчество своей матери. Потом долго вспоминал. Это же дистрофия, полное истощение. Кормили всегда плохо? Или были периоды, когда кормили так относительно? Нет, уже относительно хорошо. Это после 49-го года. Да. Уже нормально. То есть, когда нас от бытовиков. Я до сих пор не могу кушать, хотя и светло, вот, например, на кухне. Да. Я зажигаю свет. Это после тех лучинок, света не было, лучинки. Тебя по плечу похлопают, а у тебя пайку хлеба заберут, понимаете? Вот это внедрилось так, в этот страх, и до сих пор я не могу вот в неосвещенном помещении. Улицы милого города, сопок за далью гряд. Все, что нам с юности дорого, нам не забыть никогда. Александрия, Виргиния, август 78 года. Видите, даже за рубежом все вспоминают. Чуть первое время было трудно, пока все не поустроились. А потом большое количество же
и детей, и всего было. Школ не хватало, высших учебных заведений не хватало. А большое количество прибыло туда и профессоров, и академиков. А их что тянуло туда? Ну, просто уезжали, я не знаю, не спрашивал их. Ну, все бежали. Вот. Это где-то в 20-е годы. А, это после революции. Да, 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 да. Mm-hmm. Я и говорю, что это как бы первое заселение строителей, очень образованных культурных людей. Вторая волна эмиграции. Ну, стали, значит, строить школы, церкви, ну, предприятия, в общем, все, все как кто мог устроиться. В Харбине выбрали, значит, каждый свою долю и стали жить спокойно. То есть вся русская эмиграция, которая прибыла в Маньчжурию, она не могла ассимилироваться с китайцами и не могла принять ее культуру. Угу. То есть все, что было вывезено культурного, святого, обычаи, традиции, праздники, образование, все это оставалось там. Это как бы островок, что ли, земного шара, где сохранилась старая Россия. Был такой роман Краснова «За чертополохом». Вот, вы, конечно, не знаете. Там описывается, значит, вкратце, что, значит, в России где-то образовался какой-то, то есть какая-то часть армии осталась. И она осталась где-то в тайге со всеми этими своими традициями, обычаями, со всем. А с армией всегда же были и священники, были и сестры. А когда армия отступала, то и жены, и дети вместе отступали. И они обосновались в этом, заросшем чертополохом, и советская власть не могла туда добраться. Этот был островок вот именно русской культуры. Так и Маньчжурия. Угу. То есть мы с ними не ассимилировались, может быть, мы что-то от них там и взяли хорошего, а в основном все осталось наше. Вот. Вот, ну, если так вспомнить свое детство, я могу сказать, что, ну, в силу, вообще говоря, множества изменений, потрясений, которые были в те времена. Вот, например, в нашем доме не было Пушкина. Тогда, в 20-е, в 30-е годы, его не очень издавали, а у нас он на пожаре исчез из дому. И я очень хорошо помню, что вот мое знакомство с русской литературой, с русской культурой, оно началось, как это ни странно, с Жуковского. Жуковского, которого очень долго, в сущности, потом не было. Он стал вот сравнительно недавно. Вот. А для меня это было где-то вот в 30-м году и позже. Я играл в театр сам с собой. В нем шла «Орлеанская дева» Жуковского. Вот это все было. Вот я думаю, что культура проходит так, хотя я тогда этого не осознавал. Это было просто естественно. Или я читал Гоголя. Отец мой очень любил Гоголя, но ранние украинские повести, так сказать, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот это. Потом отец мой, он был музыкант, он мне проигрывал огромное количество клавиров всевозможных опер. В своем детстве я знал, скажем, ну, опер Вагнера, Нюрнбергский, Майстерзингер. Я уж не говорю о русской классике, о Садко, о «Царской невесте». Там. Это все было в моей жизни. Тогда были шестидневки, недели не было, это было тоже старорежимное обстоятельство. И каждые шесть дней я ходил в оперный театр по абонементу. Мне было 10 лет, я посещал весь сезон. Я это знал всегда. Тогда, как это ни странно, все это было. Вот теперь мы знаем, что это были страшные 30-е годы и тому подобное. А тогда это было. Вот, понимаете ли, сейчас я являюсь профессором педагогического университета нашего. Наш один факультет, как он выглядит, совсем другой вид. А в Саратове я учился
я пришел с фронта, меня демобилизовали по ранению, и я учился в медицинском институте. Вот какой там был профессор, какой у него был кабинет, какой у него был стол, какие книги и все такое. Прочее, когда к нему приходишь сдавать экзамен, ты долго стоишь в коридоре, ждешь очереди. На экзамены записывались, их можно было сдавать не обязательно в сессию. И вот. И вот эти профессора, они были другие люди, они были не такие вот, как я. Я себя так и не чувствую, как, я думаю, должны были они чувствовать. Вот те, казалось бы, времена, когда все исчезало, угу. В это время еще все было. Вот до войны 41-45 годов в России была совершенно другая жизнь. И тогда это было. Вот потом стало хуже. Потом стало хуже. Я должен сказать, что я всегда видел во все времена таких людей, которые могут вот эту ниточку, эту невидимую и даже, может быть, не совсем осознаваемую ими самими нить культуры, угу. Как бы протянуть. И я вот лично смыслом своего существования считал именно это. Это я давно как бы осознал, но у меня это шло прежде всего через литературу, через русскую классику, через русскую поэзию, через Пушкина, Тютчева, Блока, Ахматова. А у нас шло по старым русским традициям преподавание в школе. А у нас в Китае? Классическим образом его учили, вот я это знаю. То есть и программы-то были у нас, собственно говоря, из России вывезены. Латыни, греческие. Да. Теперь, значит... В гимназии? Да. И в гимназии, и в лицее, во всех наших учебных заведениях. Поэтому, что мы такого разрыва не чувствовали, как вот вы рассказываете, что до войны у вас одно, после войны у вас другое. А первые годы вообще я учился еще даже по старой орфографии, с буквой «Ять», и десятиричным, и этими удвоенными, где я, где е. То есть по старой орфографии. Потом изменили, перешли уже на новую орфографию. Многие очень сейчас сожалеют об этом и говорят, что это была большая потеря для культуры. Вот этот переход. Да. Воспитывали нас, особенно сильно упирали всегда на русскую историю, конечно, до периода революции. Дальше уже у нас не было истории. То есть история как бы обрывалась, да? Да. В учебниках этого уже не было. Вот. Значит, в Харбине, если я не ошибаюсь, где-то 22 или 24 только православных церкви было. В каждом районе строили, потому что с эмиграцией пришли и священники, и пришли и священнослужители с академическим образованием. Некоторые священники шли после окончания университетов в России. И все, то есть высокообразованные люди. Там, по-моему, несколько епископов собралось. Вот, своя епархия потом международная, я уж не помню это как. Это надо копаться историку в этих во всех вопросах. И эта русская эмиграция, значит, основавшись в Харбине, создала именно такую Русь, что ли, или Россию, громко назвать. В этих гимназиях преподавали, и профессора. В основном, например, я могу сказать, что по физике, по математике преподавали офицеры генерального штаба артиллеристы. Они настолько, что сидишь на его уроке, математика, как будто бы это вот, понимаете, такой скучный предмет, у кого нет влечения к ней, и то сидишь, раскрываешь рот. Он не только сугубо там, что вот корень там из двух или еще что-нибудь, он начинает это как на примере, то есть как их учили, как там орудия и все, это все были артиллеристы, инженеры-связисты, хотя тогда еще мало это было все развито.
И по химии тоже инженеры эти, офицеры химических там войск и всего, тогда же уже в 14-м году ЕГАС и все был, значит, они учились в этих академиях. Вот. Остальные преподаватели, например, художники, которые даже картины, я вот не помню, как у нас фамилия преподавателя по рисованию была, это не сугубо так, как от моих детей тут учили. А там они начинали с классического рисования. Вот. Как учат что-ли в академии художеств, понимаете, начиная со скелета, потом этот скелет одеваешь мышцами, потом одеваешь его в кожу, а потом уже в одежду, понимаете, вот с этого начиналось. Образование, значит, средней школы начиналось, значит, там и лицеи были, и конвенты были. Это закрытое учебное заведение. Я помню, как мы мальчишки, я учился в лицее, а конвент, значит, это девушки был, конвент францисканок, конвент урсулинок, значит. Это такие, ну, как бы, содержались на деньги Ватикана, вот эти два, вот, но вероисповедание греко-католическое, то есть православное было. А преподаватели у нас одни и те же. Вот он у нас провел там определенное количество часов уроков. Он идет, значит, в какой-то из этих двух конвентов, предлагает продолжать дальше. Ну, конвент так иногда приводили к нам. То есть там, ну, какой-то торжественный праздник, значит, на богослужение и все. Ну, знакомились там. Как говорится, втихаря влюблялись друг в друга. А связь-то нужно иметь как-то. Но это преподаватели в то время носили, значит, полуботинки и калоши обязательно. Ну и зная, что вот там этот преподаватель пойдет вот туда, и девчонки там знали, значит, писали записки, складывали и под стельку этого калоша прятали. А он приходит там, раздевается, уже девчонки знают, что... Надо вытащить эту записку, вот таким образом связь была. Почти все у нас гимназии, школы были раздельные. Но все подтянутые ребята были всегда, потому что за дисциплиной следили очень строго. Каждая гимназия, каждая школа имела свою форму. То есть форма была у всех одинаковая. Зимняя – это шинель с шапкой, значит, летом, осенью, весной – фуражка. Ну, околышек там, например, у правительственной гимназии – красный. Вот где я учился, у нас был черный, а окантовка там у нас была желтая. Белая, значит, и своя кокарда. У каждой гимназии, у каждого учебного заведения была своя кокарда. И также поясной ремень, на котором, значит, выдавлена именно твоя гимназия. И если ты где-то там попал с шалостью или с хулиганством, то преподаватели же ходят, они сразу видят, кто и что остановит, и спросят, как фамилия. Ну, можно соврать, можно не соврать, но у них опыт большой, они видят, какого возраста, понимаете, сообщают в то, что вот так-то, так-то, значит, вот есть такая фамилия или нет такая фамилия. Ну, по возрасту, значит, этот класс, или там два, чтоб не ошибиться, и, значит, кто это был, сознайся, либо весь класс накажут. Вот. В основном масса была, конечно, что ли, воспитанная в таком традиционно чисто русском стиле, в благородстве, в защите слабого. Вот сейчас я часто слышу там в школе, значит, дерутся, отнимают деньги, еще там всякие хулиганства. У нас не было, у нас наоборот считалось благородным заступиться за маленького, если его обижают. Но так как это шло на протяжении возраста, воспитания, все это настолько укрепилось, что ну, даже потом как-то и в голову не приходило что-то сделать, какой-то неблаговидный поступок. Особенно, значит,
честность была. Если ты дал слово, ты будь добрый, его держи, иначе тебя перестанут уважать. Павел Павлович, а потом-то, когда вы переместились и из той как бы русской традиции, которая так счастливо оказалась возможной ее сохранить в Харбине, вот потом, когда вы уже жили здесь, вот, все то, что вы говорите, но оно также осуществлялось и здесь, поддерживало вас изнутри, соответствовало всему тому, что вы встречали кругом, или тут возникали уже какие-то вот сложности, диссонансы? Да, диссонансы были. Вот. И большие были. Во-первых, попав в эту среду, и не только я, и мои товарищи, значит, мы растерялись. Во-первых, все для нас было ново, необычно. Понимаете? Вы имеете в виду вот просто советскую среду? Да, ну, раз так. Поставили вопрос. Но она-то так еще началась-то достаточно сложно. Да, в том-то и дело. Вот. Да. То есть здесь лагерная среда или вот это? Да. Ну, там мы были в своей среде как бы, ну, своей группой, что ли. Там у нас были свои общения, много было там таких, ну, талантливых людей, знающих людей, всесторонне развитые, все так, что там было даже, вот многие, значит, были там, ну, малограмотные, в особенности там, с поселков и еще. А они среди этого культурного общества, что ли, они подчеркнули так там много, что если он сейчас, вот у меня есть друг, если он приезжает с Болотного и кто не знает его, они не поймут, что он не кончал школу полностью, понимаете? Он настолько впитал в себя этой культурой от того общества, что его сейчас не отличишь. Ну, естественно, молодежь, она ухаживала, любила, и вот вечером излюбленные места там встретиться, значит, со своей девушкой там, у Чурина, например, там определенное место, или на набережной, и вот можете видеть, как эта девушка в белом фартучке, юноша, значит, подтянутый, тем более еще с девушкой, он вообще тут грудь вперед, краснеют, потому что они, может быть, еще и первый раз за руку друг друга взяли. Я помню по себе, ну, вечера там устраивала каждая гимназия, каждая школа, значит, они приглашали, значит, там, с этой школы к себе на вечер, или мы приглашали к себе на вечер. Ну, естественно, фокстротов, танго не запрещались, то есть запрещались, они разрешались все эти танцы только по окончании, на белом балу. А так только русские. Какие? Полечка, Краковяк, понимаете, вот эти вот. Все наши русские. Вальсы, нет? Да, вальсы. Ну, это коронный с вальса и начиналось. Обычно вечер открывался. Угу. Давались там призы и все. В особенности любили гулять студенты. Угу. А в особенности вот в январе Татьянин день. У меня есть открытки, где это поздравление с Татьяниным днем, значит. Но это уже везде гудели. Ходили по улицам, пели песни, в общем, как бы это. Если имел две двойки в неделю, ты без свидания с родителями. Если имел четверку поведения, тоже без свидания с родителем. Так что можно было в течение месяца даже не встретиться с родителями. Они приходят там, ну, гостинцы принесут, а ты, значит, с бородой. Вот. Сидишь в классе или еще что-нибудь. Образование было, то есть это воспитание было построено у нас на патриотизме, на любви к родине. Но я забыл сказать, что, например, если в отпуск тебя отпускали оттуда, а был такой раз в неделю, я уже не помню, значит, предмет, как себя вести. И, значит, ты должен
был перед уходом, значит, в отпуск там на сколько часов, ответить воспитателю, значит, какой ложкой, какой, каким ножом, значит, какой тарелкой, как пользоваться. А в некоторых домах там это, тут наложены, значит, вилки, ложки, тут наложены и несколько тарелок, да еще кольцо с салфеткой. Ты должен это рассказать. Если не рассказать, тебя опять посадят в класс, то есть тебя отпустят, но ты должен там прочесть, изучить, ответить, а потом идти. И несмотря, что было такое воспитание, уже я кончил, уже самостоятельный человек, уже ухаживал за своей женой, и вот к ее знакомым, он был офтальмолог, врач, немец. Она меня туда водила в гости. Нечасто. Это для меня была каторга, можно сказать. Почему? Потому что, во-первых, садят за стол, это большой стол. Но тут у них по немецкому обычаю эти, ну как, призывы или я не знаю, значит, там, о Боге, о всем. Но читает молитву, все это нормально. Но когда начинает кушать, подадут там разные блюда, мне хочется вот то блюдо, а его никто не берет. А каким у него инструментом брать, я не знаю. Вот сижу, облизываюсь, потом смотрю, а вот то-то блюдо взяли этим. Значит, я беру и это, значит, кушаю. И как себя вести? Как вести себя с девушкой? Как вообще в гостях себя вести? Понимаете? А само образование начиналось, значит, как сказать, с воспитания твоего, что ли, морального духа, по теперешнему выражаясь, с любви к родине. Вот, например, ну не во всех школах, но у нас вот был дневник. На первой корке, на твердой, значит, Кремль. Правда, без звезд, а с орлами еще. Потом открываешь, значит, там идет песня о русском флаге. Дальше там идет, значит, стихотворение о любви к родине. Потом, значит, идет гимн «Коль славен». Потом «Боже царя храни», значит. И стихотворение, значит, там о родине и все. А потом уже только начинается вот это недельное, значит, задание предметов, отметки и кондуит. Кондуит это что такое? Это замечание, сделанное тебе на уроке. Такая специальная внизу была. Это у всех было. Ну, а на последних страницах были билеты. То есть при хорошем поведении ты можешь пойти в кино. Тебе классный руководитель выписывает этот талончик, что учить-то-то-то-то. Идешь к кассе, и тебе только при наличии этого продадут билет. А так нет. Понимаете? Другой одежды, кроме формы, нет. Не было целесообразности, понимаете, эту цивильную одежду, чтобы у тебя была дома цивильная одежда. Тебе некуда ходить. Если ты идешь на вечер куда-нибудь, понимаете, то ты опять же в своей форме, тебя же тоже не пустят, например, девушкам в гимназию, там, в Аксаковскую, в коммерческую. Значит, не целесообразно, ты все время в этой своей форме ходишь. То есть праздничный, там, Шеветова или рабочий, ну, раз идешь на вечер, естественно, ты идешь в Шеветово, а все, наблизишься, начистишься. Вот, я не сказал, как я, например, о себе, как вот с девушками встречаешься, влюбишься, и вот на вечере танцуешь, понимаете, все. Ну, руки вытер платком, а они же тоже душатся, или, например, платок положишь, чтобы рука не потела, она держится, потом этот платок неделю до встречи нюхаешь, блаженствуешь, как теперь говорят, получаешь кайф. Вот. Ну, это отношение к ним. А чтобы поцеловать, ой, это ж такое мучение, прежде чем, может быть, она и ждет этого. И тоже
как-то с волнением, нерешительностью, как себя в этот момент вести, понимаете? Угу. Вот. А руку, если пожмешь, так это вообще не за руку, как я говорил, пройдешь. Ну, что? И с первых классов начинали изучать историю. Угу. Русскую, конечно, до революции всю историю, сначала от Рюрика, и, значит, кончая Николаем Вторым. Причем история, двойку было получить страшнее по истории, чем по математике. То есть историю должны знать были великолепно о всех войнах, о всех князьях, о преобразованиях в России, значит, о любви героям нашим, что ли, русским. Угу. То есть воспитание происходило на истории, что ли, Руси, хотя мы там были за границей. Большое внимание уделялось русскому языку. То есть он должен быть чист. Я вот сейчас уже давно заметил, что я уже потерял тот стиль языка, который был у меня. То есть наиболее как-то примитивный, что ли, перешел язык. Вот так мы воспитывались. Я вот чувствую, что Юрий Николаевич сейчас вспоминает, как он ходил с фонариками. Да, я ходил ночью, вот в пасхальную ночь, с китайскими фонариками складными, в которых горели свечи. Фонарики ходили с китайскими фонариками. Да. Вот, это было, ну еще это было в 20-е годы, где-то, может быть, вот, ну, до самого начала 30-х годов. Это вот, вот эта жизнь в какой-то мере сохранялась. Но потом она у нас исчезла. Это в пасхальную ночь, да? Да. Да, церкви несут, от заутренней несут свечи. Все это я знаю, эти куличи, пасхи, как их носят, вот в платках там и всякое такое, это все мне известно. Но потом это все исчезло, у нас исчезло. Значит, продолжалось это и сохранялось вот там, за территорией Советского Союза, еще продолжались вот эти вот, ну я бы сказал, какие-то такие традиционные, доверительные, какие-то более-менее, какие-то патриархальные такие, ну, вот, действия человеческие. Но вот, слушая вас, я как раз вот еще о чем думаю. Где-то это здесь продолжалось, а потом было вытеснено, скажем, а, допустим, если бы там китайскую дорогу не продали, там, допустим, может быть, сохранялось бы еще очень долго. Но вот культура, конечно, зависит от этих внешних форм, от этих постоянных повторений. Но все ли только в этом заключается? Ведь, вот скажем, сейчас мы, наверное, эти традиции не можем возобновить. Они, а если они даже внешне возобновятся, то они как бы не будут чем-то наполнены, как будто что-то вот неведомо куда ушло, утрачено и пропало. Ну, видите что, конечно, естественно, наше поколение, когда уйдет из этой жизни, и кто знает эти традиции, оно как бы потеряется. Но часть молодежи-то все же впитает это, что мы им расскажем, что мы им покажем сейчас, тем более, что много церквей открывается, теперь при церквях имеются воскресные школы, которые тоже будут воспитывать это, уже как-то и праздники, и все. Но чтобы это все привилось и как бы вернулось, это мое личное такое мнение. Но это еще должно пройти два поколения. Да, очень много. Если это вернется, естественно. Да, но сейчас стараются вернуть это. Правда, мы сейчас не имеем тех возможностей, чтобы именно кулич такой сладкий, пышный и с маслом сделать. Но потом-то это должно вернуться. Да, это конечно. Но я думаю, что
вот само восстановление религиозного сознания в России, оно действительно может вернуть нам и культуру, и национальное чувство, и многое другое, но действительно сразу этого невозможно. Это как-то должно накопиться само. Да. Вот из этих самых ниточек, о которых я говорю. И, но, наверное, есть какой-то смысл, вот, ну, скажем, в обращении и воспоминании разных произведений русских, которые у нас давно были забыты уже, скажем, Шмелева, «Лето Господне», да, и многие другие вещи подобные. Но без истинного такого какого-то органического религиозного чувства ничего не получится. Например, у нас перед Пасхой Великий пост, значит, обязательно перед причастием, перед Пасхой, каждый проходил исповедь. Это у священника, там приходишь на аналой, значит, он тебя покрывает петрохелью, и, значит, не ты ему рассказываешь грехи, а он тебя спрашивает, уважаешь ли отца своего. Ну, ты должен не пространно, а только отвечать, грешен батюшка там. Уважаешь ли отца своего там, уважаю или грешен батюшка, то есть, значит, не совсем уважаю. Вот. Лгал ли ты когда-нибудь, грешен батюшка. Вот в таком духе, и, значит, идти уже на исповедь после того, как ты говел. Вот перед этим праздником, перед этой исповедью. И ты уже опасаешься, а как же я буду говорить, грешен я или не грешен я, совершил то-то и то-то. Это уже как-то поддерживало именно вот такую, такой духовный уровень, что ли, от каких-то таких, ну, противозаконных, религиозных, что ли, действий тебя. Но вот когда они подрастут, вырастут, станут отцами или матерями, они передадут эти все законы своим детям. И те уже впитают более, потому что уже в то время религия больше войдет, что ли, в жизни быть наш. И может это вернуться, конечно, в России все. И благотворительность, и доброта, и уважение к ближним своим. И так пойдет дальше. Естественно, будут какие-то, в зависимости от тех условий жизни, в которых мы находимся, какие-то изменения и в самой религии, и в мировоззрении, и отношение к религии. И в то же время я должен сказать, что почему-то, как это вам сказать, ну и... Есть у некоторых вера в священника, понимаете, что вот он как будто бы стоит на какой-то ступени выше тебя. Я, с моей точки зрения, я, например, ну, как это сказать, не очень, что ли, верю, что он выше меня, этот священник. Он такой же человек, как я. У него те же слабости, как у меня. Он только исполняет церковный обряд, но принимает от тебя исповедь и все. Но все-таки он ведь как бы соединяет нас с небом. Да, с небом, с Богом. Это просто чиновническая функция его общества, так сказать. Да нет, можно сказать, именно и чиновник посредственный, что ли, между тобой и Богом. То есть он тебя как бы направляет. Вот я в церковь, например, хожу и стараюсь не на службу попасть, а перед ней или после нее, когда в церкви мало народу, когда хор не поет, ничего. Я просто прихожу туда именно, ну что ли, побеседовать с небом или с Богом, так можно сказать. Поделиться своими мыслями, своими чаями, своими невзгодами. А хочу я спросить вот о том,
Чувствовали ли вы поддержку Бога в лагере? Конечно. Я вам скажу так, что и без религии большинство бы нас не выжило. Без веры? Без веры, да. Почему? Потому что обращались и с просьбой об улучшении жизни, о скором выходе. И надежда, упование на Бога помогало выжить во всех этих тяжелых ситуациях. Вот очень многие кто-то, многие, может быть, и разочаровывались в религии. Понимаете? А вы один момент начинали с того, что вот у вас, значит, осталось, когда уже и религия не существовала в Советском Союзе, а у вас какое-то что-то осталось где-то на периферии религиозного чувства, да, вашего сознания. Так сказать, поддержано аналогичными условиями. Да. Так вот, я вам скажу, что даже я знаю, которые ничего в религии не понимают, но слышали, что существует Бог там, теперь Сын Божий, Богородица, родившая Христа, значит, так поверхностно. И выражались, значит, нецензурно, упоминая, значит, Христа, там, Богородицу и все. И в тяжелую минуту они обращались к Богу. То есть вот именно эти вот следы, переданные с кровью, с молоком матери и по кровной линии, значит, от родителей, у них эти следы остались. И они потом, заявляли о своем присутствии в этом человеке. И он был безбожник, понимаете? А потом вдруг у него просыпалась религия. Он начинал изучать эту религию, интересоваться, спрашивать у других, даже становился более фанатичным к религии, чем те, кто с детства был причастен к религии, понимаете? Вот. И в тех тяжелых условиях, помогало это или облегчало это, и надежда на помощь свыше тебе. Выживали. Причем в тех условиях, я не знаю, где вы были и где я был, не было самоубийц. Как ни странно. И не было многих болезней, которыми не страдали до лагеря. Вдруг язвы пропадали, туберкулез пропадал, понимаете? От чего неизвестно. Или от того питания язва, не могла ухудшиться. Или по каким другим причинам. А не думаете ли вы, что вот кроме этого воспитания, которое было, скажем, в известные десятилетия, существуют еще какие-нибудь коренные предпосылки национального характера, в связи со всеми этими вещами, которые, может быть, и позволяют, и провоцируют, и в конце концов, смогли сделать то, что сделалось, потому что ведь все-таки мы же не можем не видеть сейчас, по крайней мере, что вся наша национальная жизнь, культура, вся обломилась. Вот какой-то как это у Шекспира с веком, что случилось, вывихнулся, да, вот. Так мы и жили. Купечество гуляло. Тоже можно по книгам, как они гуляли, заскрывали рестораны, били зеркала, гуляли на всю катушку. Потом на извозчиках ездили по улицам, горланили песни. Так же, как студенты. А студенты были заводилы. Это, по-моему, везде и всюду, В летний период студенты занимались заработками на стороне. Это, по-моему, участь всего мира студенчества.
река Сунгари у нас была широкая, ну, я скажу так, раза в три шире Оби, чтобы попасть на ту сторону, там Солнечный остров, такие пляжные места, значит. А они летом подрабатывали на лодках, то есть перевозили, а оплата там мизерная была, копеек 5, по-моему, с человека. Вот он гребёт, значит, на ту сторону. А деньги были вот китайские или русские? Нет, китайские. Китайские, да. Перевозят, зарабатывают, значит, ну, так же и вагоны разгружают, как и везде. Угу. Подрабатывал кто как может. Но веселиться они умели, у них замечательные вечера бывали. В общем-то, можно сказать, что не проходило одного выходного, чтобы где-то что-то, чего-то не праздновались. То там какой-то юбилей открытия гимназии, то ее основание, то, значит, название этого учебного заведения, значит, тоже его какой-то юбилей. Или праздник там, вот как у нас Святого Николая был, значит, праздник Святого Николая у нас тоже вечер, конечно, был. Ну и студенты веселились. Таким образом, значит, жизнь была спокойная. Каждый из эмигрантов нашел свое место в жизни. А культурная жизнь, я вот говорил, что очень был хороший симфонический оркестр. С первых дней строительства, что ли, Харбина. Была опера, которой мог позавидовать любой, наверное, из столицы мира. Ну, это мое мнение, конечно. Но вообще-то говорили так. Были очень хорошие певцы. Даже Лемишев у нас был, Шаляпин был, понимаете, ну, они с краткими приездами были. Но стремились именно попасть, значит, для них это было как-то привлекательно. Хорошая оперета была. Устраивали, значит, когда перед Пасхой пост, в железнодорожном собрании, или как его называли, жилсоб, значит, там великолепный зал был, там устраивали духовные концерты, то есть римского Корсакова, все, но на духовные эти мелодии, что они писали. Был шикарнейший музей, значит, который открыли КВЖД. Вот. Богатейший музей, а китайской культуры, значит, от культуры Китая, значит, и кончая животным миром, и кончая, значит, всем, что там только было. Но он относился к КВЖД, или это все-таки, скажите, там, и что-то русское, из русской истории, русской так старины? Так русские же ее создавали. Понимаете, Харбин-то чисто русский, там было малое количество китайцев, они в большинстве своем жили в пригороде, так называемый Фуцзядян. Вот. А я же говорил, что строили и обосновали город все русские. Так что он чисто русский, понимаете? Был. Шикарнейшая была библиотека, редкая библиотека. Но вот как я где-то в журнале прочитал, что эта библиотека сваленная где-то в подвале, заплесенная, запыленная в саже. В общем, уникальные там были... Значит, ну, что ли, книги, экземпляры, этого сейчас ничего не осталось. Ну, в период экзаменов, конечно, все бегали в церковь, вот, молить о помощи, сдать этот экзамен. Студенты, конечно, меньше, но у студентства всегда же это... какое-то атеистическое чувство появляется. Кто-то глубоко верит, кто-то так к себе относится, значит. А гимназисты это все бегали свечку поставить в часовню или в церковь, значит, чтоб пронесло тебя через этот экзамен, что ли, так сказать. Ну, при приходе японцев в 1932 году часть эмиграции двинулась
значит, в сторону юга, в Шанхай, везде, с Харбина. То есть Харбин тогда потерял какое-то количество своей интеллигенции, значит, талантливых людей, и писателей много, и журналистов много уехало туда, естественно, значит, и артисты уехали, и художники уехали, которые там были. Но он оставался жить так же, потому что и молодое поколение воспитанное, понимаете, интеллигенция, она тоже стала интеллигенцией, заменила ихние места. И он существовал, также безбедно существовал. Значит, развивался, даже была такая песня, я не помню, пели ее на эстраде, значит, «Одесса мама, Харбин папа, хотя за рубежом, но с золотым рублем». Вот. Это была первый, что ли, ну, отток эмиграции из центра Харбина. В 32-м году, да? Да, после 1932 года, когда японцы пришли, они, естественно, свой режим какой-то там сделали, какие-то ограничения были, потому что сами китайцы к нам лояльно относились, а тут уже, ну, как это, деспотическое, что ли, государство, оно, значит, нас прижало. Но все равно люди жили, так жили до 1945 года. Ну а в 1945 году, значит, ну, можно так сказать, что ли, как все равно через Маньчжурию прошли орды монголов или Аттилы, или еще кого-нибудь, то есть остались в Маньчжурии в большинстве женщины и дети. А основная масса мужчин, значит, была вся привезена в Советский Союз и распределена по лагерям ГУЛАГа. Так же, как произошло, да, вот первый отток иммиграции это начался, это уже в Шанхай второй отток, а первый отток это был, когда продали китайскую железную дорогу в Советский Союз японцам, и всем советским гражданам, значит, предложили выехать в Советский Союз. Вот. И они, там осталось много, кто хотел, значит, тот отказался от советского гражданства, стал такой же иммигрант, как мы. Трений у нас не было между ними. Ну, там единичные стычки были между ребятами, естественно, ты белый, я красный. Вот. А так жили все дружно, так же, как и религии. Тут у тебя может стоять кирка, тут же костел, тут же синагога, понимаете, тут православный храм. Ну, вот такие вот, например, могу привести примеры, как Большой проспект, он вел прямо на кладбище русское. А перед русским кладбищем стоял китайский монастырь и храм Тиласы. И вот когда идет русская процессия, хоронят кого-то, то монахи с этого монастыря выходили, молча, с наклоном головы, провожали русского православного. То есть борьбы между религиями, антагонизма никогда никакого не было. Вот. Тут и мечеть может быть, ну, как сейчас говорят, это все уже сгинуло. Вот. И те, значит, кто не поехал в Советский Союз, остались там. А те, кто поехал, они все сгинули. Тоже, как мы уже, находясь здесь, встречались с ними, их с эшелонами прямо, значит, останавливали, выгоняли с эшелонов, гнали, значит, там в степь или в тайгу, огораживали, они говорили, стройте бараки.
и живите. То есть все были репрессированы. Сейчас, наверное, их уже никого живых не осталось. Того, но мы с ними встречались. Нас забросили на Урале на Истовды в Тегень. А что за лагерь был? Лесоповальный. И в этом Тегене мы встретили, значит, последнего начальника китайской железной дороги Рудова. Он был дневальный там. А начальник железной дороги в такой протяженности и везде, это ж губернатор. Ну вот встретили его там уже, конечно, дряхлого, дневальным, значит, по бараку. Это ведь очень сложный момент, потому что Россия все время как бы поворачивает на европейские стези, и всегда это кончается тяжело. Это вот поэтому реформа Петра, вот все то, что произошло, когда он в Европу прорубил окно, вот с этого момента все это как бы вот этот его поступок вот продолжает действовать. Потому что мы все время его оцениваем, то так, то так. Хорошо он сделал или плохо. Теперь смотрите, сейчас все очень сложно стало. Вот декабристов, которые у нас было принято восхвалять, сейчас уже имеют к ним несколько иное отношение. Равно как и по отношению к царствованию Николая I. Вот его раньше у нас, вот особенно по отношению к Пушкину, к литературе, очень так полагалось порицать. Но, между прочим, вот его сын Александр II сделал известные реформы и повернул Россию, ну, как бы вот, лицом к Европе. А что из этого вышло? Из этого вышло очень много чего. Я считаю, что как раз вот корни 1917 года лежат вот, пошли оттуда. То есть оказалось, что эта реформа, видимо, оказалась чем-то чужеродным. Царя отблагодарили тем, что кинули в него бомбу за это, за все, ну и так далее. И вот нечто подобное сейчас, когда мы говорим о рынок, демократии и прочее, это вот выявило такие сложнейшие социальные столкновения, которые еще будут решаться, я уверен в этом, то, кто знает, может быть, продолжает вот это работать, какая-то тайная и скрытая пружина, при которой это у нас действительно невозможно. И мы должны искать, как и многие люди говорят, каких-то своих путей, будь то возврат к традиции, будь то, может быть, что-то еще особенное. Не знаю, мне-то казалось, что в Европу прорубили окно, это хорошо, как-то я всегда думал. Но тем не менее, конечно, вот спор западников и славянофилов продолжается. Продолжается, да. Продолжается. Но я вам скажу, что тот период вот при Николае II, когда мы не тянулись и не прорубали уже окно в Европу, то есть было свободно, окно было уже прорубленное, да. И у нас были, можно сказать, великие гении, которые преобразовали Россию, и Витте, и Столыпин, и мы выходили уже на второе место после Америки своей, значит, и промышленностью, и государственностью, и все. Если, как я думаю, и война-то, собственно говоря, из-за этого началась, чтобы ослабить Россию. А с того уже и пошло, и революции, и все. Сейчас он даже пишет, что и специально и поддерживала за границей, особенно Германия, революционное движение, спускала деньги, чтобы разложить армии, разложить государство и все. И Столыпин недаром говорил, дайте мне 10 лет еще спокойной жизни, и Россия будет преобразована. Вот в плане моих рассуждений получается, между прочим, и то, что вот эти вот очень активные, очень энергичные стремления и Витте, и Столыпина, при всем их благом таком порыве и цели,
вызывали и провоцировали, может быть, совсем другие вещи. Потому что, как справедливо было замечено в некоторых концепциях истории, в конечном итоге получается то, чего никто не желал. То есть получается, что, ну вот и русская пословица насчет благих намерений, которыми ад вымощен. Я хочу сказать, не бывает ли так, что вот эти прямые такие устремления как раз ведут к чему-то другому? Мне всегда казалось, что история – это такой путь, непрямой путь к целям, какой-то непрямой такой ход, он очень сложный. И тут, видимо, можно только угадать даже как-то, или даже случайно прийти к чему-то такому. Ну, развлечения, вот я говорил, что студенты там подрабатывали, значит, летом на лодках, а зимой, значит, это единственное во всем мире было такое катание, называлось толкать-толкать. Это по реке, лед гладкий, он замерзший, его обычно проверяли, расчищенные дорожки там, значит, на Солнечный остров, другие там места. А толкай-толкай себя представляли такие широкие сани, в которых двое-трое могли свободно сидеть, на стальных полозьях, закрытые коврами. Если ты садишься, тебя закрывают там медвежьей шкурой или собачьим, значит, таким паланкином. А сзади стоит китаец с шестом, наконечник у него металлический. И вот куда скажешь, он тебя, значит, толкай-толкай между ног, вот так он, значит, толкает. Но обычно молодежь с девушкой, когда вечерком так, значит, вот эти прогулки, значит, с такой платонической любовью, с нежностью за руку держишь, значит, ну вот, катались на этом толкай-толкай. А этой вещи во всем мире нет. Сейчас, наверное, его тоже нету. Может быть, бы он был, но Сунгари, как я слышал, превратилась в ручеек. А, видимо, мы никогда не придем к какому-то окончательному пониманию того, что же такое жизнь. Вечное, вообще истинное ли благо, или страшное испытание, и катастрофическое. И вот есть писатели, ну, современные 20 века, Борхес, например, у которого один персонаж говорит, всем жизнь дает все, но большинство не знает об этом. Как это ни странно, но в конце жизни можно с этим согласиться. Вот. Жизнь – это движение. Но так как судьба нами управляет, то мы все время в движении. От плохого мой отец всегда сравнивал жизнь с колесом. Вот. То мы наверху, то мы внизу, то мы где-то посредине. Колесо – это хорошо. Это тоже для меня образ вот какого-то нашего существа. Ведь у Солженицына не случайно его эпопея-то названа «Красное колесо». Вот. А миф о греческом царе Иксионе тоже на огненном колесе, крутящемся, тоже очень существенный. И стихи еще есть в русской поэзии. И белок кровавой белки крутят в страшном колесе. Это Мандельштам. Вот. Колесо для меня – это образ нашей жизни вообще, причем именно нашей русской, космической, я бы так сказал. Я как-то вот в этом разговоре не мог заехать в свои очень глубинные переживания вот этой русской космичности, которая у меня переживается без апологетики, как у некоторых людей, которые вот говорят, русский космизм – это нечто тоже вот совершенно необыкновенное. Для меня это очень сложный вопрос насчет космизма. Он есть, но как его оценивать? О. Над передачей работали режиссер программы Владимир Климов, телеоператор Виктор Усерднов.
использованы фрагменты видеофильма Игоря Нургалиева «Игла и кожа». Компьютерная заставка к передаче Антона Кучинского. Thank you.